Приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу, как избавиться от кашля. Если начинает донимать кашель, никогда не покупаю в аптеке лекарства, а использую данный рецепт. Вам всего лишь потребуется капуста, точнее не капуста, а капустный лист. Его необходимо воду прокипятить и лист опустить на 1-2 минуты в кипящую воду. Спустя минуту достаем наш лист. После чего намазываем медом. Меда на немного. Пол чайной ложки. И данный лист, намазанный медом, прикладываем на грудь. При сильном кашле потребуется два капустных листа. Один на грудь, другой на спину. Облегающая футболка хорошо держит лист во всю ночь. А на утро от него почти ничего не остается. Вместе с медом он впитывается в кожу, оказывает целебное действие. 3-5 ночей и простудного кашля как не бывало. Пользуйтесь полезными советами, подписывайтесь на наш канал, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!